Чё, поедешь что через этот, через кишку? Не, давай расшатнём, может. Да блин, можно прям вот так пойти. А, да. Что за? Поехали-то все. Борщ. Борщ будет наверху. Они не успеют оттуда уехать, они у них хрест вот здесь, они не успеют уехать. Вот прям рвёмся. Ну по. Сейчас Серёга подсветит. Там тебе ремни принес и башни в Москве надо. Че говоришь? Ремни тебе привез монтажные. Да, он перекатывает все. Нормально. Это в смысле для Москвы что-то привез? Да. Может сейчас себе раз ехать. Они уже разделились, мы уже в принципе зарядили. Заберем. Главное не останавливайся, прям заезжайте в корму завтра. А вот и борщ. Едем, не останавливайся. Я приму на себя все. Езжайте, подтягивайся сюда, вот под склон, под камень. Четыре заберите. Все, теперь потихоньку от башни. Сейчас дам шут. Потихоньку. Серег, справишься, нет? Да. Это больше все. Давайте это. Там, блядь. Если понизу есть вариант проскочить. Там облегчен контроль, ты ебать. Тут давить. Не лезьте, пока я пойду армы заберу. Да приедет там сейчас подожди. А скинуть. Тихо, 112, ну куда ты шел, ты лезешь. Серег. Не лезьте пока. Тормознитесь. Я бы еще чем утраски. Откатывайтесь назад, вот сюда вот. Откатитесь ко мне все. Все толпы откатись. Блин, облегченку подсветить. Так. Время не в нашу пользу. Ну тут по-любому тут продавливать их здесь. Давайте-то целый вперед вылезти. Он там целых-то, он целый, он 1500 вылезает. Поехали. Тихоньку выдавливайте их там. Да, не, сейчас не разнесу. Блин, шотный, куда ты вперед-то лезешь? В мире. Отбивай в шотном. Поезжай по шотному, отбивай. Ушел, писал, сюда, стыдай. Потихоньку. Шотный не лезьте. Вон 600 и 1000. Блин, в чем? Да вижу. Ну, облечонка появился. Сейчас попробуем. Я заберу его. Не пробил. Поехали на захват, брать. На ту базу. Давайте там три туда, два, один сюда. Не пробил в жопу, офигеть! Она, короче, туда спустилась, блядь, по-моему, к воде, что ли. Ну да, она с ним за вон дверь, сейчас дверь поставить, а вот дверь спасут.
Она упала, там люди должны были сидеть. Да, представь, давай пока заходим. Смотри, Толян тебя с выстрела заберет, смысла лезть не оттуда. Так, если чисто помочь. Че, он застрял что-то? Отсорился. Вот выкинь себе 15 тонн. Дави его там. Сука. Чуть-чуть не рассчитал.